The intercepted phone call you'll hear right now was caught in the middle of January. You're going to hear about the so-called retaliation military operation in this one. It was a Russian response to the attack on Makiivka on New Year's Eve. And so it seems the Russian population really believed that their army is going to make some significant gains in February. Okay, now let's listen to the interception. Вчера вам пришли. Здесь сидишь, я же говорю, никаких этих нету. Вообще ничего нету. Никто нифига не знает. Как бы чё, как, кого, когда, куда. Вообще ноль информации. Mm-hmm. Вчера какой-то хер моржовый пришел там со штаба полка, говорит. Вот в апреле отпуски, короче, первые девять человек из роты. Рота там 90-100 человек. Какой отпуск, ё-моё, mm-hmm. на 15 дней на этих долбанных. Опять он же говорит, что 95%, что вот они сейчас наши сдвигают этих позиций укропов. Сдвигают, да, сильно, да. Сильно сдвигают. Как сдвинуты их неукрепленные вот эти вот, типа, о перемирии будет речь. Да, так уже говорят про это вовсю прям, да. Ну, и что, до мая, скорее всего, до мая, типа в мае закончится. Февраль-март, да, уже будет это, угу. Понятно, все известно. Ну, сейчас, если вот здесь вот так наступят, как они вот там все планируют, это сейчас быстро все решится. Но, потому но что и... уже и технику все там... Ты провозляешь, про это все говоришь? Да, да. Ну, я слышал это, да, операция «Возмездие» была 600 человек, несколько этих ангаров, 600, там два. Да. Но здесь это, с нашего полка, третий МСБ раздолбали, шибко. 200-х много, 300-х много. Да, 8-ю роту раздолбили. У них заваруха была, эти резко встали и пошли. Они же все под наркотиками. It seems Russian generals wanted to make some gains on the ground so their diplomats could lead peace talks from the position of power, you know. Thanks to the hard work of the Ukrainian army, their plan failed. Now let's listen to the next intercepted phone call. Пацаны положили, оказывается, 80 трупов. Донецк. Да, бывает. Короче, их вычислили по телефонам. Не по телефонам их вычислил. А телефоном уже он... Они пошли в клуб смотреть этого президента. И в клуб. Какой клуб? Да мы уже... Мы-то с первых уст знаем. Как и что было. То, что там... Вот я еще знаю, что на... 200 человек зоны. Этих Вагнера, ЧВК. Которые по найму, что ли, пришли? Да, которых в зону набирали, вот они. Вот 200 как человек. Они? У них два автомата, один блокпост. Два автомата. И вот... Никуда. Они в сторону Украины побежали. А Угледарск находится в 50 километров от нас. Вот. Где-то они вот тут по лесам, по горам. Они разделились по группам по 50 человек. И вот где-то тут лазит. И то, что там по телевизору говорят, по телефону вычислили это все. Их собрали, чтобы президента послушать, короче. Они пошли там, сделали в клубе, короче, телевизор поставили, всю короче. И вычислили их по скоплению людей. It's funny how their strengths turned against them. And how they keep recruiting convicts even though they create more problems. Thanks to Russia not learning on its own mistakes, this war indeed could be over this year with the victory of Ukraine. Thanks for watching, I'll see you next time, and goodbye to y'all.